Это Аня. Это Оля. Мы знакомы уже 3-й год. Вообще-то 4-й. Хорошо, 4-й. А теперь мы стали даже учиться вместе. Но свели нас все-таки танцы. Мы очень разные. Очень разные. Читаем разные книги. Слушаем разную музыку. Но нас объединяет одно. Мы обе очень любим танцевать. Мы будущие историки и привыкли вникать в тексты песен. Но порой показать языком тела смысл композиций бывает очень непросто. Мы едва ли не противоположности, и каждая вносит Ане что-то свое. А что из этого получается? Судить вам.